Риверсити, а? Вот черт, не думал, что они отпустят. Я на одну секунду отвернулся и получил кучу дерьма в лицо. Поспим немного. Что ты собираешься делать? Завтра я буду у тебя в офисе, и мы начнем сортировать эту кучу. Иди и поспи немного. Он говорит, я всю ночь сидел в темноте на этом стуле и пил ку... You hit me! Хороший мотоцикл.
если будешь работать на моего отца? Возможно. Ты и дальше будешь держать свою руку у меня на коленях? Возможно. Это так сложно иметь богатого и могущественного отца. Ладно, еще увидимся, красавчик. Не сомневаюсь. Ну, я надеюсь, вы хорошо провели время, а то я схожу с ума от беспокойства. Кто-то уставился. Заткнись. Эй, сделай меня, ты засранец. Nobody hits me! Сюда! Понять одну вещь, тебе тут будет очень жарко. Давай оружейный магазин в паре кварталов отсюда.
Я посмотрю, что можно раскопать. Я буду следить за тобой, Томми. Думаю, мы нашли Диасу покупателя. Ты дашь ему кольцо и заключишь сделку, понял? Где ты сейчас? Что с твоим голосом? Ты в порядке? Просто скажи мне, где ты? Кто ты, черт тебе подери? Где Лео? Лео ненадолго вышел, а меня оставил за тебя. Да пошел ты! А, боже ты мой, это вы. О, черт, мне нужны новые штаны. Эй, эти психи севера, они ждали сигнала и скоро тут появятся. Так где эти чертовы деньги? Расслабься, мы еще не на этой... Идиот! Поверить. Будь осторожен. Thank you.
моя тачка. Оставь мою тачку в покое. А кто мне за это заплатит? Кто-нибудь, помогите, пожалуйста. Ты же знаешь, он невиновен. Сони, как загар? Я не загорал. Ладно, ты так и не отдал мне деньги, и я спрашиваю себя, чем ты занят? Так скажи мне, Томми, чем ты занят? Ищу деньги, Сони, не беспокойся. Я не беспокоюсь, Томми, я такой... Потому что в моей жизни было много проблем с ненадежными людьми. Не становись ненадежным, Томми, пожалуйста. Сделай одолжение нам обоим. С нетерпением жду твоего звонка. Подойди к телефону возле бульвара в Вашингтоне. Это ясно без разговоров. Томми! Томми!
управление будет обсуждать все жалобы соответствующим образом. Зайдите, сидите к себе домой. Разойдитесь, это неуместно. Разойдитесь, пожалуйста, вы кончите. Мистер Версетти? Да, это Кортес. Ты как-то был у меня? Да, я помню. Мистер Версетти, это было самое неудачное для бизнеса происшествие. Я знаю. Я хочу, чтобы вы знали, что я и мои люди делают все возможное, чтобы разобраться с этим. Если хотите поговорить в более интимной обстановке, вы знаете, где меня найти, хорошо? Удачи, сеньор. Заходи, сынок. Черт, мой папа говорил, никогда не смотри в зубы даренному коню. Хотите каплю старого кентукки? Нет, спасибо. Мне это нравится. Кто этот парень? Ребята, разберитесь. Отличный у тебя зад, крошка.
That's the best you've got?